Всем пламенный привет. Вот, собственно говоря, и подошли к концу ремонтно-восстановительные и заточные работы по группе бритв, присланных Николаем. Последние 4 единицы заточены, спешу ознакомить. Первая из которых — это бритва торговой марки Wilkinson. Ну, такая классическая модель в самом что ни на есть универсальном размере. Здесь 5/8, слегка небольшое, конечно, сужение такое к носу есть, но оно там без обратных улыбок, то есть изменение геометрического рисунка режущей кромки не пришлось ничего переделывать, одним словом. Соответственно, бритва была вычищена и в результате заточена. Приличная, надо сказать, сталь. Хорошо взяла заточку. Такая, никаких нарицаний не вызвала. Да, в общем-то, как и все остальные, там единственное, по одной мы сейчас коснемся. Номер раз — Wilkinson. Номер второй — это бритва, которая была в самом ужасном состоянии в этой группе, в общем заказе, скажем так. Это Tory Razor. Вот такая командировочно-путешественная, наверное, бритва. Родной размер, родная оправа. Вот такой борт, который время от времени встречался из невыясненного. Хотя можно было бы предположить, что сюда еще трубка надевалась, но ширина вроде как бы спины нормальная. Ну, одним словом, интересная такая штука. Именно как в плане там поехать куда-то. Место мало занимает. Вся была подвержена, вся была ржавая. Разбиралась, мылась, чистилась, шлифовалась, полировалась и впоследствии затачивалась. В строении нечто среднее между половиной и четвертной выборкой. Итак, номер второй — Tory Razor. Редкое в наших краях изделие. Я думаю, кошечку видно. Северокорейских умельцев. Заставило на самом деле попотеть по одной простой причине. Бритва не пользована, никогда не точилась. Сведение было, я не знаю, ну, даже 0,2, наверное, миллиметра. Крайне массу времени потратил я для того, чтобы просто ее свести в ноль для начала. Ну, не знаю. Все-таки больше нет, чем да. Наверное, ничем она нас таким интересным не порадует. Какая-то такая сталь жесткая, сухая. Ну, как мне показалось. Кстати сказать, в сечении имеет половинную выборку. Но очень интересный такой у нее силуэт режущей кромки, точнее сказать, ее кривизны. Все как и всегда и везде нужно пробовать на себе. Быть может, в работе она себя покажет исключительно, а может быть, ничем себя особым не проявит. Итак, это, кстати сказать, у нас номер 226, а тут номер 7. Ну, одним словом, корейские товарищи. Номер третий. И номер четвертый, как ни странно, это Waterville Cutlery. Я так, ну, понимаю, это американские умельцы. Вот такое травление. Хорошенечко все я тут вычистил. И здесь вычистил. И там, где надо, позолота осталось. А все не нужно, я отсюда убрал. Вот как ни странно, одна из лучших бритв вот в этой общей как бы группе
в заточке. Во-первых, естественно, вот такое геометрическое решение, оно позволяет без забот и хлопот проточить вот пятку, что не всегда сделать просто и безболезненно, скажем так. И сталь нормальная, все, она вот такой приятный внутренний звон имеет. Как-то так, ну вообще все очень, очень с ней прошло просто. Попотеть не заставило, скажем так. Ну вот, в общем-то, и все. Кстати, здесь такая, я бы так сказал, выборка полная, поэтому извинит, забавно. По бритвам все. Сейчас, теперь самое главное мероприятие, если кому-то кажется, что самое важное это заточка, уже нет, друзья. Теперь самое главное это выровнять все камни. Соответственно, теперь респираторы, фартуки, чугунные притиры, стеклянные притиры, порошки карбида кремния и так далее, и так далее. Самое интересное только начинается. Ну а с вами ненадолго прощаюсь, желаю здравствовать и радоваться, и до новых встреч в эфире. Пока.